Дорогие друзья, мы находимся в моем прекрасном, любимом, родном городе Баку. Мы успели снять клип с потрясающей Александрой Бортич. Режиссером клипа выступила Настя Голуб. В клипе очень много танцев, современных танцев, прям батлы такие, и национальных танцев. В клипе фигурирует совершенно потрясающая машина, которую я купил, когда мне было 18 лет, у такого очень пожилого человечка, у которого она в гараже простояла 20 лет. Мне казалось, как может машине быть 20 лет? Целая жизнь, мне еще 20 не было, у меня уже была машина, уже старше мне. И сегодня я на съемках осознал, что эта машина у меня уже 20 лет еще, то есть ей уже 40, а мне уже 36, и это все ужасно, но я очень рад, что эта красная машина была в кадре, я не катался, она все еще ездит, она все еще на ногах, приехала из Нью-Джерси и еле-еле успела к съемке. Я хотел сказать, что я очень люблю Баку, поэтому я рад, что еще один клип мы сняли именно в Баку, друзья. До встречи! Сейчас 5 утра, а у вас сейчас как будто вы только встали, а это так не должно быть. Камера, фонограмма, начали! Пойдем обратно, ребят. Последний дубль от рука танцовщиков. Раз, два, и опять. Ну, ногой вот. Отпустите актрису на эстраду, пожалуйста. Давай бежим туда, где солнце греет старый город. И свой полный кайф. Ребята, спасибо. Переезжаем на другую площадку, ребята. Здесь все снято. Это прям круто. Давайте на исходное, ребята, делаем дубль. Стоп. Девочки, запутались. Давайте соберитесь. Повисните, я прямо на вас приеду, и вы со мной чуть движение дайте, да, будут брызги. Я когда с вами пораблюсь, дам брызги. Давай сбежим туда, где солнце греет старый город, и смоют волны Каспия твои следы, что оставишь ты, танцуя на берегу. Давайте смотреть. Они хотят быть очень красивыми, это называется. Переливочка-то какая? Ты вообще не представляешь. Драм-бам-бам. Вот она, вот она. Вот ворота. Вот она, спасибо, ребят, что есть.